вами швейный советник. В этом видеоуроке мы покажем, как сшили юбку-шорты. Этот прекрасный и женственный предмет одежды особенно удобен именно летом. Видео получилось длинным, около 20 минут. В нем мы подробно рассмотрели моделирование поясной основы, ВТО и стачивание выточек, а также обработку пояса. Под видео мы оставим тайм-код, чтобы вы могли попасть на интересующий вас момент, просто кликнув на соответствующие цифры. Смотрим. Для построения выкройки юбки брюк вам понадобится проверенная поясная основа, построенная по любой методике. На уровне высоты сиденья к середине переда и к середине спинки пристраиваются клинья. Их размер будет зависеть от обхвата ноги. Для дальнейшего моделирования, а мы будем делать немного клешоные к низу юбку брюки, от вершины каждой выточки проведены вертикали. А сама выкройка выстроена в полный размер. То есть вся длина нашей модели составит, как на этой выкройке, 35 сантиметров. Мы вырезали выточки и разрезали выкройку снизу до вершины выточки по намеченным вертикалям. И вот что у нас получилось. Мы перевели раствор выточек к линии низа частично, а именно расклешили в каждой вертикали на 1,5 сантиметра. Остатки выточек будем стачивать по общим правилам. Восстанавливаем линию бокового шва и разрезаем выкройку после моделирования на переднее и заднее полотнище. При раскрое направление долевой будет стандартным вдоль заднего среза и вдоль переднего среза. Вот так пойдет долевая, и вот так пойдет долевая. Раскрой закончен. Припуски по всем швам оставлены в 1 сантиметр, кроме припуска там, где будет вточена молния. Молния будет находиться по середине спинки. Здесь припуск оставлен в 1,5 сантиметра. Ставим рассечки у сторон выточек. После этого можно снять лекало, проколоть вершины выточек и перенести их на другую сторону. У вершин выточек ставим булавки. На заднем полотнище. На переднем полотнище. Переворачиваем выкройки на другую неразмеченную сторону. Соединяем рассечки с концом выточки. Это самый быстрый способ перевести выточки на другую сторону. Раскрой закончен. Работы по сборке изделий начинаем со стачивания выточек. Начинаем собирать изделия. Первое, стачиваем выточки. Совмещаем рассечки, скалываем выточки и стачиваем прямой строчкой. По пути вытаскиваем булавочки. У
вершины выточки закрепку не ставим, уходим на нет. Делаем цепочку из ниток. Этот прием позволит в дальнейшем аккуратнее разутюжить вершину выточки. Одну половину юбки брюк мы уже собрали, сейчас собираем вторую половину. Не забывайте проверять, чтобы выточки у вас были одинаковой длины на правой и на левой половинке. Для этого по стаченной выточке мы отмечаем, где закончим выточку на другой половинке. И ставим булавочки. Итак, по порядку стачиваем все выточки. И потом пойдем их утюжить. Выточки у нас образуются там, где есть выпуклости. Поэтому и утюжить мы их будем на форме выпуклой. На передней детали заутюживаем выточки к переднему срезу. Аккуратненько сутюживаем вершину. Переворачиваем деталь на лицо и смотрим, чтобы в области вершины выточки у нас не было никаких заломов и ткань была аккуратненько разутюжена. То же самое делаем на задней детали. Укладываем на форме деталь так, чтобы максимально форма соответствовала форме детали. Боковой шов стачиваем на 1 сантиметр. Разметка на игольной пластине позволяет сделать эту операцию ровно, безо всякой сметки. Только по булавкам. Теперь этот шов нужно обработать. Либо на оверлоке, либо строчкой зигзаг, либо любой оверлочной строчкой, которая есть у вас на машине. После каждой операции старайтесь проутюживать стачные швы, чтобы работа у вас была аккуратной. Следующий этап. Стачиваем шаговые швы. Скололи шаговые срезы на обеих деталях. И будем их стачивать друг за другом, не прерывая строчки. Шов 1 сантиметр. И тут же следом подкладываем следующую деталь. Разъединяем детали и идем обрабатывать на оверлок. Место под молнию проклеено флизелиновой полоской. Срезы обметаны в круговую. Отмечаем место, где будет втачиваться молния. В данной модели молния будет располагаться в среднем шве спинки. Значит, ниже отметок мы в круговую стачиваем шов сиденья. Совмещаем швы
для того, чтобы не было смещения в изделии, и чтобы наша работа выглядела аккуратной. Совмещаем и уравниваем срезы. Ставим булавочки. Начинаем стачивать детали с отметки под молнию. Шов 1 сантиметр. Данный шов в изделии несет достаточно большую нагрузку, поэтому его можно прострочить и два раза по одному и тому же месту. Шов у нас стачен. Теперь будем втачивать молнию. Молнию потайную будем втачивать без вметки. Для тех, кто не умеет без вметки, смотрите наше видео на нашем канале. Припуск отгибаем. Молнию уравниваем сверху. И втачиваем. А здесь закрепку ставим. Закрываем молнию и смотрим, что у нас все получилось так, как мы хотели. Для пояса мы раскроили прямоугольник из ткани со следующими размерами. Длина этого прямоугольника, обхват талии плюс 6 сантиметров. Ширина пояса в готовом виде у нас составит 3 сантиметра. Значит, деталь кроя должна быть шириной 8 сантиметров. Всю деталь пояса продублировали клеевой. По одному из припусков в сантиметре от края проложили строчку-линейку для того, чтобы было удобнее заутюживать. Заутюжили этот край на 1 сантиметр. Приутюжили пояс пополам, а вторым краем вот так вот обогнули для того, чтобы сформировать запас на окончательное притачивание пояса. Совмещаем отметки и находим середину пояса. Будем втачивать его от середины в две стороны, для того, чтобы у нас было все равномерно. Здесь можно поставить булавку или отметку. Теперь тот край, где была проложена строчка-линейка, прикалываем к верхнему срезу юбки шорт. Совмещаем середину с серединой и дальше двигаемся в две стороны, вправо и влево. Совместили середины, совместили концы. И дальше равномерно прикалываем деталь пояса к верхнему срезу юбки брюк. Шов 1 сантиметр. Закрываем молнию и проверяем, на одном ли уровне у нас стороны пояса. Если здесь не будет совпадать, значит пояс в готовом виде будет выглядеть неаккуратно. Нужно их обязательно уравнивать. Вот в данном случае все совпало, все на одинаковой высоте, поэтому продолжаем работать дальше. Перегибаем деталь пояса на лицо и закрываем торцы с одной стороны и с другой стороны. Но здесь надо прокладывать строчку
не прям как продолжение молнии, а отступив на пару миллиметров в сторону, потому что когда вы вывернете пояс, там появится толщина. Чтобы его не перекосило, лучше дать небольшой запас ткани. И аккуратно выворачиваем, выправляя уголки. На другой стороне пояса эта операция немного посложнее, потому что у нас здесь оставлен запас под застежку. Мы разворачиваем припуски, вот так разворачиваем, скалываем торцы и скалываем припуски, не доходя пару миллиметров до застежки молнии. И нам здесь нужно будет обтачать пояс вот так, буквой «Г». Чтобы не заехать на молнию и не повредить зубчики, мы строчку начнем от отметки и будем двигаться сюда вот в край. Здесь поворачиваемся на игле и двигаемся дальше. На углу можно сделать один стежок по диагонали, для того, чтобы выворачивалось легче. Можно этого и не делать. Просто подрезать покороче припуски. Вот такой получился обтаченный край пояса. И сейчас мы будем выворачивать. Припуски, да? Угу. Подрезаем припуски. Здесь, здесь. И выворачиваем аккуратно. Можно использовать пинцет, можно уголочки иголкой вытаскивать, но только аккуратно, чтобы не выдернуть припуски. Оба конца пояса вывернули и с припуском под застежку, и наружный конец пояса. Теперь мы закрываем молнию, проверяем, что все у нас достойного качества. Края пояса на одном уровне, и нижние, и верхние. Теперь нужно это все поутюжить и проложить окончательную строчку. Концы пояса приутюжили, припуски заутюжили на пояс и прокололи булавками в шов притачивания. Проверили, что с изнаночной стороны они также захватили слой пояса. И теперь будем прокладывать строчку вот сюда, вот в тень. Как обычно, ставим закрепку, достаем булавки по пути, пальцем контролируем, чтобы мы чувствовали изнаночную сторону пояса. И медленно строчим, заканчивая работу. Закончили строчку, проверяем изнанку, не соскользнула ли где у нас строчка. Нет, здесь все ровно и хорошо. Осталось сделать петлю, пришить пуговку. Но пуговки пока не приобрели, поэтому этот этап работы снимать не будем. И осталось подшить низ. Обработали нижние срезы оверлоком, подогнули на 1 сантиметр и проложим строчку на ширину папки. Для летних льняных вещей это вполне нормальный способ обработки низа. Вот такая замечательная модель летней юбки-шорты у нас получилась. В ней будет комфортно в любую жару. Доделаем застежку. Подгибку низа мы уже сделали, подшили. Изготавливается она просто и быстро.
Вы тоже можете порадовать себя или своих близких подобной замечательной вещью. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Швейный советник.